Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Stranded Alien, и в прошлой серии мы построили воздушный шар и готовы отправиться на первую экспедицию. В экспедицию пойдет у нас Квин, он этому очень рад, похоже. У нас есть два варианта, кого мы можем отправить на экспедицию, если исходить из черт наших персонажей. У Риты есть шанс исследовать неизученную еще пока что форму жизни во время экспедиции. Это, в принципе, хорошо, но у Квина меньше... Квин тратит меньше времени на экспедиции, что, мне кажется, намного лучше, особенно в нашей сложившейся текущей ситуации, да? Вот, когда у нас дел после переезда, тут просто не в проворот, да? И что, мы, наверное, снарядим Квина... Чем мы? Давайте копьецо ему дадим, давайте дадим ему лук. Наше лучшее оружие сейчас. Свитер можно, да, цепануть уже. И, может быть, шапку поменять. В принципе, свитер можно всем уже дать. А, они бросают сразу свою работу, да? Я с шифтом зажимаю на самом деле, но они сразу бросают. Ну, я не против. Пусть они сразу в теплую одежду все разоденутся. Ну, в более теплую. Может быть, Катине выдадим шапку, которая после Квина останется. Блин, они сейчас все пойдут к шкафу, да? Одновременно. И давайте посмотрим, что получится. О, да, смотрите, они справились. Они молодцы. Или не очень молодцы. Пробку тут создали. В дартс поиграл. Так, Квин. А, Квин разоделся. По-моему. Катина. Давай шапку одевай эту и все. Что тут у нас еще есть? Ботинки. Новые. Надо штанов еще наделать, надо шапок, надо нагрудников наделать. Надо еще 2 года на эту зиму одежду шить. Да. С крафтом одежды это кошмар какой-то, кошмарный. Очень долго крафт идет, даже с максимальным уровнем крафта. Вообще, какой-то прям особо большой разницы, кроме там шанса на неудачу, которая уменьшается, я не вижу... Между единичкой крафтера, ну там, единичкой, двоечкой, троечкой такой, начальный уровень, и десяткой. Как-то печально. Может быть, просто кажется, конечно, да, я так-то не засекал, но все равно как-то... Так, время путешествия 2 часа, да? У всех 2 часа. Может быть, тут время не меняется из-за черты его... Может, что угодно может быть. Так, и Квин бросил кирпич и пошел куда? Есть, пошел. А, он взял с собой еду, наверное, в экспедицию. Но мы не узнаем, что он там взял на самом деле, потому что мы не можем посмотреть в этой игре, что у персонажа в руках, в карманах, там где-нибудь еще. Что они приныкали и носят с собой. Это печально. А, еще самое печальное, да, мне ребята подсказали. Сейчас посмотрим, что там у нас. Какую-то каменную формацию он нашел. И чё? Ого, мы нашли руду. Нашли руду. Мы можем сейчас собрать немного руды, и потом еще немного можем руды собрать. Вот это да. Вот это да. Ребята говорили... Ты даже не представляешь, как зря ты на экспедиции не летаешь и откладываешь их. Ой, зря. Ой, вообще. Зря. Сорок руды. Ой, зря вообще. Да... Да. Ладно, так вот, вторая штука, которая меня очень расстроила, ребята в комментах подсказали, что максимум у нас в игре
выживших может быть 6 человек. Пам-пам. Один сам к нам приходит, и один еще как раз через экспедиции можно его найти. И все. Больше игра не предусматривает. И когда мы улетаем, как там у нас финал игры реализован на данный момент. В общем, в статистике написано: найдено выживших 2 из 2. Все. То есть в этом сценарии всего лишь 2 человек мы можем найти. У нас в начале игры мы там сценарий выбираем, он пока что один. Да, но... Это, конечно, да. Так, еще одни обломки где-то упали. Мы тут уже завалены этими обломками. Все, нам некогда пойти их по это самое, поразбирать. И мы крафтим... Мы крафтим уже, кстати, первую или вторую? Первый Power Cell. Нам 2 надо для винтовки. Нам надо одежду крафтить. О, метеоритный дождь. Прекрасно. Прекрасно. Я совсем не против метеоритного дождя. Ой-ой-ой, как... Бахает сильно. Руда прям к нам на базу с доставкой. Хорошо. Ой-ой-ой, страшно, правда, как. Что там? Рита испугалась. Чувствует опасность. Где там? Она почувствовала опасность и поэтому спаслась от падающего метеорита, наверное. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Так. Что мы... Еще пара агрессивных животных, да? Идем сюда. Я только этих двоих возьму с вот этими винтовками. Нам их будет достаточно, двоих. Ломают нам заборчики, плюют. Эмилин далеко, Кен поближе. Но нам повезло, что они нападают где-то вот рядышком отсюда. Прям очень повезло. Давайте сразу, может быть, включим турельки. Одну, вторую. Ракетную включать не будем, смысла никакого нет. Давай-давай-давай. Включай вторую. И теперь глуши их всех. И Эмилин подоспела. Давай. Глуши тоже их всех. По-моему, это самое безобидное нападение. Урон у них довольно маленький. Нам, конечно, повезло еще, что они тут так близко рядышком с нашими турелями. Вот. Но никакого вреда они нам не причинили. Немножко каменные эти потрепали, да, так по большому счету. Ничего не сделали. Так, все, включаем скорость дальше. Погнали, погнали. 10 топлива в шар уже загрузили.
они уже не получают бонус от, от того, что спят с любимым человеком, да? Есть бонус от того, что, типа, они влюблены. Да, я вроде не вижу. Сейчас, конечно, тут уже много у них приятных бонусов. Ну, в общем. Что у нас дальше по плану? У нас есть немного кирпичей. Давайте посмотрим, что нам... Надо дальше цемент делать, надо дальше одежду делать, надо дальше много всего делать. И опять же, немного топлива еще сделать, чтобы, может быть, на еще одну экспедицию сгонять. Давайте подождем, посмотрим, что там у нас получится. А, да, было бы, конечно, интересно исследовать вот эту технологию, которая тут включена, кстати. Давайте мы поставим Рите, наверное, исследование, как я и хотел в прошлой серии. Рита будет исследовать сейчас, а Квин будет крафтить и как раз летать на эти экспедиции. А, единственное, что... Стоп. Как нам сделать лучше для Риты? Наверное, двоечку поставим. Посадка и сбор урожая. Ну, на зиму это нам сейчас, наверное, не важно, но все-таки, чтобы это у нас было немного больше в приоритете, чем исследование. Но было бы неплохо пойти поисследовать. Ну, мы можем уже отправляться на следующую экспедицию. Да, как раз Квин уже готов. Окей. А, да, тут есть у нас 4 раза можно слетать сюда за рудой. Вот у нас открылось новое место. Нет, спасибо. Полетели дальше. Посмотрим, что у нас... Может быть, интересного будет на второй вылазке. Потому что многие прям очень хвалили эти экспедиции. А, пока мы тут всем этим занимаемся, у нас Катина скучает. Ну, занимается там разной переноской и всякой ерундой. Она у нас все-таки строитель, да? Мы можем попробовать немного тут посмотреть, поиграться со строительством. Как мы это можем сделать? Нам надо цемент. Давайте, наверное, из камня. У нас уже должен быть каменный фундамент, да? Вот такой каменный попробуем постелить. Короче, что я хочу сделать? Мы можем попробовать убрать лестницы. Смогут ли заходить сюда наши персонажи без лестниц? Вот что меня интересует. Наверное, они не смогут дверь открыть, да? Но мы можем тогда здесь просто поставить фундамент, чтобы они... У нас персонажи могут запрыгивать вот как здесь, например, да? Кстати, высота примерно в половину вот этого. Давайте посмотрим. Эмилин вот просто запрыгнула. Без проблем сюда. Может быть, и здесь точно так же они смогут. Давайте мы Катину. Она сейчас... А, тут уже Рита пошла. Рита пошла деконстракшеном заниматься. А, у нас выключена эта фигня. Тихо-тихо. Рита, иди. Включи вот эту вот штуковину, давай. И иди исследуй. В первую очередь сейчас. Кен бездельничает. Так. А теперь давайте попробуем сделать вот так. Она не может сюда зайти. Хорошо, Риту мы там заперли.
Окей, нам тогда надо... А, у нас есть немного цемента, мы можем попробовать из этого цемента как раз сделать небольшой фундамент. Так. Или не можем пока что. Потому что нам надо разобрать еще... Вот это вот. Я думаю, вот так мы и разберем. Да. Это пойдет. И прикажем Катине вот этим всем заниматься сразу. Давай. Хорошо. И теперь прикажем Катине сразу же строить здесь... Из цемента, как у нас типа было и запланировано. Вот такой высоты. 48 надо. А у нас 24. Ну, мы придумаем тут что-нибудь. И не будем делать ступеньки, в принципе. Вниз на высоты в два этих самых они спускаются на лестнице. Так, мы что там нашли? Какой-то круизный корабль дорогостоящий, да? В ретро-стиле. И одного посещения будет недостаточно, чтобы разобрать его полностью. Окей. Давай, что ты нам принесешь? Лом. Лом, обалдеть. Ух, какие крутые экспедиции. Да. Сколько? Давайте поржем сейчас. Давайте, сейчас поржем. Давай. Где-то там. На экспедиции. Ого, а не, слушайте, он принес не только лом на этот раз. Ага, летние штанишки он принес. Ну чё, да, полный набор летней одежды, я бы даже сказал. Это неплохо. 100% качества, это да, это хорошо, все, я согласен. Это того стоило, действительно. Уже нам будет на лето меньше работы. Так. Давайте мы тогда, знаете, что сейчас сделаем? Сейчас, наверное, все спать лягут. И надо, чтобы мы закончили побыстрее вот это вот все. Так, так, сейчас время для отдыха у всех. И как только они проснутся, мы отправим крафтить кирпичи. Крафто-кирпичный у нас стол. Где? Во, вот этот. Да. С шифтом наверх. С паузы снимаем. И Квин. Давайте. Поиграет в дартс, пойдет. Поезд пойдет и пойдет крафтить цемент. Много-много. Буди Риту. Рита что-то слишком много спит. Правильно, давайте. Будите все Риту. Пора работать. Работа тут не в проворот у нас. Так, Квин кушает. Да, 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 в полной уже боевой готовности, чтобы заняться по-серьезному крафтом цемента. Мы сейчас доделаем вот это вот. Так, тут уже новые вредители к нам пришли. Надо отправить... О, да, в натуре. Давай, 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 давай. Сейчас мы его отгоним, попробуем. И давай. Мочи его, мочи, гада.
Он упал. А, забавно. Хорошо. Все. Все. Квин восьмерочку в крафте взял. И пошел, наверное... Нет, дальше крафтит вроде бы кирпич... Нет, не кирпичи крафтит. Ты, наверное, будешь недоволен. Но иди крафти кирпичи. Все-таки. Ну, в смысле, да? Цемент. Делай цемент. Нам его нужно здесь побольше. Да, они спокойно подпрыгивают по вот такой вот конструкции. Это очень хорошо. Хотя, что хорошего, мы крышу, в принципе, можем над этим сделать. Он пошел. А, тут тоже с паузы снялось. Так, давайте посмотрим, что мы можем теперь с этим сделать. Во-первых, да. Включим вот эту штуку. Мы не можем крышу продлить вот так. Нам надо крышу делать уровнем выше. Но мы можем... Как мы можем тут сделать... Давайте посмотрим. Вот так крышу мы не можем сделать. То есть то, что мы от лестницы убрали, избавились, нам, наверное, ничего особо не дал. Хотя... Не, наверное, это не будет считаться за... Хотя выглядит вполне неплохо, кажется. Можно попробовать, посмотреть, какая будет там температура. Да, как вариант. И давайте мы тогда, наверное, еще сделаем... Здесь, наверное, деревянные стенки мы такие сделаем. А, стоп, нам надо делать их по вот этому фундаменту, по верхнему. Ага, стоп, тогда, если нам надо их по верхнему фундаменту... Не-не-не, правильно, мы можем, да, сделать по верхнему фундаменту, но нам надо сам фундамент здесь поставить, чтобы по вот этой части уже дома комнаты пристраивать. Или можно... Оставить вот эту вот возвышенность такой, а по нижней части все вокруг построить. Тоже как вариант, в принципе. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет работать. И мы тогда здесь просто ставим деревянные стены вот так. Потом мы там пристроим двери вот в эти комнаты. То есть мы, получается, не будем делать здесь выходы из кухни, из этой. У нас будет все через этот коридор работать. Главное посмотреть, как в самом коридоре будет. Будет ли вот это считаться за цельную крышу? Или будет считаться все-таки как типа улица, там все дела, и им будет так же холодно. Но это нам надо что будет сделать? Как мы можем узнать, насколько будет там холодно? Тут у нас разница особо между улицей... А, тут у нас... Стоп, давайте. Каминчик зажжем. Ребята спрашивали, окно закрыто ли у меня? Закрыто. Замуровано, я бы даже сказал. Не просто закрыто. Так, хорошо. Кирпичи потихоньку делаем, стенки тут достроим уже очень скоро. Топлива маловато будет. Кстати, там можно грибы пособирать, наверное.
Они даже еще вроде не умерли. Чисто пойти нам лампы заменить. Нам на пару хватит. Если там все по 5, да, недалеко вроде как, относительно. Так. И эти уже, кстати, созрели. Да, давайте тоже захарвестим их. Руды у нас тут куча теперь. Ставим ее на выкапывание. Красиво нам доставили руду на базу. Получше, чем с первой экспедиции. Может быть, конечно, там типа вторая и третья... Сколько там? 4 раза мы еще можем туда слетать. Да, может быть, те будут более продуктивные полеты в ту же самую локацию за рудой. Да, может быть, мы там сможем больше руды собрать. Не знаю. Так, хорошо. Стеночки готовы. Стеночки готовы. А, тут у нас крыша еще не готова до конца, да. Правильно. Правильно. Нам надо пол еще здесь постелить. Какой я пол тут хочу постелить? Давайте, наверное, паркет. Что там у нас? Дерево вроде чуть есть. Чтобы они меньше штраф получали. Ага, да-да-да. Так. Это тоже, в принципе, довольно быстро они сделают. Разве что дерево закончится. Но то вроде не проблема. Так, как у нас дела? Что там кто крафтит? Кен, Квин продолжает крафтить. То, что нам вроде пока не слишком сильно надо. Ну, как бы надо тоже, да, надо на самом деле. Но... А Кен чем занят? О, может он как раз кирпич... А, он идет загружать. Надо им поставить, наверное, меньше этот самый. Или это тоже крафтом, типа, считается, да? Крафтит. Ай-яй-яй, точно. Уже крафтом считается, но мы топливо из этого сделаем. Но я бы хотел все-таки цемент. Пойти сделать цемент. Здесь ближе, да, типа? Окей. Вот реально жалко, мы не можем выдавать приоритет именно крафтовым нашим станкам. Прям обидно. Вот он будет ходить теперь и заниматься всякой ерундой там. Не, иди, бросай гиблое дело. Пойди, сделай нам немного кирпичей еще. Как там дерево? 83 еще есть. Хорошо. Катина. Удрученная ходит. Релакса в жизни ей не хватает. Правильно, на дуде подудела и уже хорошо станет. Да, сейчас поспит и все, жизнь наладилась. Еще обломочек прилетел. Блин, я, знаете, что думаю? Мы сейчас, наверное, доделаем вот эту крышу, то есть кирпичи накрафтим на крышу на эту. И я все-таки отправлю Кена дальше обломки собирать. Как бы нам не нужно было крафтить еще и оружие, и столько всего. Может быть, мы оружие найдем в обломках. Как бы шанс на самом деле не очень большой, но мы там и топливо найти можем. Это тоже очень полезное занятие. Но, опять же, нам не повезло с топливом. Мы, ну, несколько обломков
собрали, да, за нашу игру. Но топливо мы так и не видели ни разу с них. И нам повезло зато в оружии, да, мы нашли довольно много крутого оружия, что нам облегчило очень сильно начальную стадию развития в игре. Квин, так, тоже идет крафтить кирпичи. Я очень надеюсь на это. И я с шифтом ему добавлю еще раз такую же задачу. И ему тоже я еще раз шифтом задачу такую. С шифтом добавлю еще раз такую же задачу. Так. Хорошо. Я думаю, за сегодня мы доделаем нужное количество кирпичей, чтобы сделать этот коридор уже полностью. Уже будет хорошо. Цемент. Так. И еще разок цемент. И потом можно, наверное, будет идти уже отдыхать. Всем. Кстати, а, нет. Потребления у него нет. Поломанный не потребляет электричество. Да, в принципе, там уже время для релакса, по большому счету, будет. Не? Все-таки хочет еще покрафтить. Ну, мы доделаем вот этот, это ядро и сможем сделать как раз сразу винтовку еще одну. Будет нам третья оглушающая винтовочка. Вообще, конечно, нам пока везет, что нападения с этой стороны все идут. Прям очень хорошо. Так, еще немного крышу мы сделали. Все, все отдыхают. Пока у нас довольно тепло, зима еще официально не началась. Оружие, кстати, да, ребята вот обратили внимание, что оно походу не ломается во время использования. Оно ломается просто со временем, от старости. Когда мы его носим, оно ломается. А используем или нет, и одежда тоже, ну, одежда, да. Изнашивается просто-напросто. Ну и оружие, походу, изнашивается. Что? Конечно, такое себе. А то я там в прошлой серии смотрел, типа там... Пострелял такой, проверил. Он вроде не поломалось. Да. Да. Так, сколько нам? 27 кирпичей осталось сделать. Поехали, ща мы им прикажем быстренько кирпичи доделать. Так, что я хотел посмотреть? Да, я хотел посмотреть... Что здесь? Вот, что я хотел посмотреть. Можно ли... А, не, сам пошел кирпичи делать. Я думал его есть отправить сначала. Не, пойди поешь, а потом давай. Так. Квину тоже можно было бы поесть. Давайте с шифтом добавим еду ему. Так. Все, этого нам хватит, чтобы доделать запланированную часть крыши уже полностью. Тут холоднее, чем на улице. Так, Квин. Квин топливо занес. В принципе, мы можем отправить Квина на экспедицию на следующую. Давай, наверное. Давай. Этот круизный корабль. Обломки. И вот это меня интересует больше. Ребята мне писали, что там какой-то шанс на успех должен где-то отображаться. Что-то я не вижу. Куда смотреть надо. Я иду исследовать дальше. Тут, в принципе, может быть
Вот тут что-то интересное мы могли бы найти. Нам надо высокий навык физики, да? И мы как раз повысим результаты. Ага. Может быть... Да, здесь то же самое в руде. Может быть, если бы мы кого-то другого отправили. Вон, физики 6. 6, 5, 3. Да. В теории Катина могла бы принести в два раза больше руды нам, да? Ну, такое. Я отправлю дальше Квина. Нам надо найти выжившего. Самое главное — это найти еще одного человека побыстрее. И получается, нам нужна будет всего лишь еще одна комната. Да? И все. Ну, или надеяться, что кто-то все-таки соизволит подружиться с кем-то, я не знаю. Эмилин недовольна жизнью своей. Точнее, не жизнью. Жизнью она, в принципе, довольна. Она вполне довольна, счастлива. Но недовольна всеми остальными жителями здесь. Катина, Эрита, Квин, Катина. Что там у нас? Этот заинтересован во всех практически дамах, кроме Катины. Катину никто не любит. Так, что там у нас? Обломки. Что-то там интересное в форме нашел этих обломков. Квин, давайте посмотрим. Катина уже полностью безоружна. Давайте ей лук выдадим. Так, экспедиция завершена. Точнее, завершена. Давайте вот так отправляемся и... Оу, подожди, тут прям квесты какие-то пошли. Квесты. Так. Что-то застряло где-то... рефлектив отражающее, светящееся, что-то, короче, блестящее там сверху застряло. Можно туда вскарабкаться, посмотреть, что это. Можно собрать просто лом. И... можно посмотреть внутри разбившейся этой капсулы. Что мы выберем? А нельзя все сделать, нет? Я бы, наверное, внутрь залез, посмотрел, что там может быть полезного. Я без понятия, что тут лучше выбрать. Но что выберем, то выберем. Может быть, будет такое же событие или какое-то похожее, да? Мы там, может, выберем что-то другое. Места не хватает. Стоп, для грибов места не хватает. Угу. Грибы у нас хранятся, походу, все в холодильнике. В холодильниках у нас место занято. Мы можем поставить, я думаю, холодильник где-то здесь. Если убрать вот здесь парочку... Ой, нет, 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 стоп, стоп, стоп. Черт, я выбрал все. Деконстракт, только вот эти тайлы. Во, вот так. Три раза кликать надо, чтобы их разобрать. Рит, давай, задеконстракти мне тут все. И мы, наверное, построим еще один холодильник тут. Это будет холодильник для там таких вещей, типа грибов, там, что мы не очень часто используем. Мы потом перенесем его, куда нам будет нужно. Будет ли он туда? Будет запитан, по идее, все должно быть хорошо. А, может быть, нам не хватит на холодильник ресурсов. Так. И, наверное, нет смысла строить холодильник, да, мы построим именно морозилку. Пойдет. В принципе, меня устраивает стоимость по ресурсам.
Так, что-то у нас Квин прям долго в этой экспедиции. А он вот вернулся. Что там ты? Кучу аптечек нашел? 10 аптечек нашел. Ясно. 10 аптечек. А, нет, грибы, да, здесь можно хранить будет. Здесь мы точно не будем хранить готовую еду. А так, в принципе, можно пока скидывать будет все в подряд, а там потом разберем, как нам надо. Так, хорошо. Все, место есть. Заряжаемся, энергия вроде тоже пока полная. Отлично все. О, слушайте, тут нормально. Это получилось как полноценная комната таким. Полностью все получилось. А, подождите. Вот это не получилось как комната. Вот это получилось как комната закрытая, да? Вот тут написано, что это комната. А это просто часть под крышей получилась. И тут снежок еще падает. То есть здесь у нас минус 2. На улице минус 5. И здесь минус 2. В принципе, тут нормальная температура. Ну как, более-менее в целом, да? Можно поставить обогреватель какой-нибудь еще. Но это, в принципе, коридоры. Здесь они не должны много времени проводить. Главное, чтобы там ну, на пару градусов теплее уже хорошо. Что, работает такая схема-система. Да, и выглядит почти нормально. Тут какая-то странная штука у нас получилась. Какая-то плиточка сверху. Непонятная вышла. Так, все спят. Как у нас дела тут? Да, сможем сделать Power Cell еще один сейчас. И потом винтовку. Давайте мы, наверное, да, как я и говорил, Кена отправим сейчас. Он идет крафтить дальше. Нам пока что не надо это. Давайте, ну как, надо, но... Мы тут коридорчик сделали, и уже хорошо. Кровать у нас запасная будет тут. Мы сейчас отправим его поесть. Так. Мы отправим его поиграть там в какие-нибудь дартсы. У него есть какое-то любимое развлечение? Да, есть любимое развлечение. Так, давай, значит, ты сначала идешь поесть, а потом идешь бить вот эту штуковину. Да. А потом отправляешься демонтировать обломки. Какие обломки? Вот эти, наверное, ближе, да, вот эти. Посмотрим. Может быть, повезет там что-то найти в них. Рита продолжает исследовать уменьшение использования топлива. Так, мы можем пока поставить на паузу снова кирпичи. Ну, вот этот цемент, собственно. И дальше. Дальше давайте посмотрим, что нам сейчас еще нужно. У нас есть свитер один. О, кстати, да. Давайте мы дадим Эмилин свитер. Нам кучу одежды надо сделать. А для того, чтобы эту кучу одежды сделать, нам надо накрафтить миллион ткани. Я, наверное, ставлю пока что паузу на топливе. Ставлю паузу на цементе. Тут дальше у нас очередь идет не веселых всяких вещей. Нам, короче, надо вот этой штуки, короче, наделать, да. Бесконечно перекрафчиваем и будем просто поглядывать, сколько там ее получается. Пару сотен хотя бы сделаем.
А потом уже будем заниматься крафтом одежды. Мы можем еще поставить, наверное, пару стеллажей дополнительно. Где-то дверь у нас, наверное, будет тут, я предполагаю. Да, пойдет. Пока что что-то такое сделаем. Немного не хватает древесины. Дерево. Какое я бы хотел дерево? Вот, наверное, вот это мы одно срубим, и нам пока его хватит. На стеллажи дополнительные. Стеллажи жалко переносить нельзя, но в любом случае это нам уже будет удобнее и комфортнее здесь. Там у нас плюс один сейчас. Хорошо, что там у нас простудифилис бывает. Бывает. Что у нас тут? 35 грибов. Жира собралось нормально так, слушайте, да. Что у нас по жиру? Я ставил, чтобы 50 хранилось. Ага. Что по топливу? Топливо пока никто не делал. Ясно. Тут у нас 60 скорпионов нападает на нас. Ага. 60 скорпионов. А, тут, да, я скопировал со всеми настройками, но нам надо отключить, наверное, вот это вот все. Давайте скопируем, наверное, копию вот так. Паст. 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 И, наверное, вот сюда паст. Тут у нас еще много мест довольно, так что пусть складывают сюда все это барахло. Так, что там? Скорпионы. О, они в принципе в довольно неплохом таком месте. Так, но знаете, что я думаю? Нам, наверное, стоило бы построить еще хотя бы турельку одну, да? Это скорпионы, по-моему, мелкие, которые не стреляют. Как узнать? Неизвестно. Еще одну ракетную турель, может быть. Надо посмотреть, что там нам для этих турелей нужно было по ресурсам. А-а-а, мы скрафтили уже, походу, да, Power Cell. Или крафтим сейчас Power Cell уже. Мы забрали ядро. У нас не будет, короче, ресурсов для еще одного этого, да. Так. Будем отбиваться луками. Пара винтовок, одно копье. Ну что ж, это, возможно, будет неприятная атака. Как мы можем сделать? Мы можем, в принципе, Кену снайперку вернуть. На денек ее хватит. Там, в принципе, наверное, спать сейчас никто не идет. Ну, как минимум, Кен спать не идет. Мы винтовку Рите дадим. Так, Рита, иди, бери. У тебя как раз эта винтовка в комнате. Вот эту. Мы, наверное, идем все дружно. Так, что-то... Короче, Shift-R. Нажали и пошли. Я думаю, мы сразу пойдем. Сюда все станем, выстроимся. Кен пойдет отстреливать потихоньку издалека. Этих тварей. Ракетная турель у нас вот сюда будет направлена. Так, включаем сразу все.
скорость чуть поменьше сделаем, а то стрёмно. Слишком быстро все. Так, Катина, Квин, Рита. Блин, Рита, ты не взяла эту винтовку. Черт, не успела. И Эмилин нас интересует. Эмилин идет сюда поближе, будет их всех оглушать. Нам, наверное, было бы неплохо тут еще чуть-чуть пристроить. 12 нападает. Хорошо. Хорошо. Это меня в целом устраивает. Если, конечно, это не стрелковые твари. По-моему, эта ракета никуда зарядила только что. Так, еще пачечка идет. Ну, правильно, она стреляет по ближайшей цели. А ближайшую мы и так отстреливаем. Так, Рита. Во, Рита с винтовкой. Иди теперь сюда. Пачечка идет хорошая. Отстреливаем, пока они к нам идут. О, вот это хороший был выстрел ракетой, да. Одобряю, одобряю. Это тоже неплохо было в целом. Так, ну надо перестроить теперь радиус стрельбы. С радиусом стрельбы что-то я не знаю. Тема странная, по-моему. Не с радиусом, а точнее с областью стрельбы. Как бы нельзя было сделать нормальную турель, которая стреляет в области по всем целям, а не только вот по кружку по одному. Ну, то есть полноценную нормальную турель, как вот эти. Сделали бы там, чтобы ресурсов она стоила побольше. Было бы норм. Так, а теперь нам надо снова, получается, переставить. На самом деле, по вот этой причине многим не нравятся вот эти вот ракетные турели. О, все, они уже все атакуют. Хорошо, надо тут калитку сделать. Да. И тут немножко закрыть больше. Ну или ворота поставить, да, и вот так просто открытыми их оставить. И в целом норм. Тут у нас радиус... Надо даже как-то вот так вот сделать, чтобы они вот так шли и вот здесь обходили. Ну, это легко тоже было довольно. Все, порядок. Порядок. Мы готовы. Шпоньк. И Shift, Ctrl, точнее R. Еще раз нажимаем. Все, всем спасибо, все свободны. Можем отправить Риту, наверное, исследовать. Да, давайте, наверное, исследуем какого-нибудь. Как у нее дела? Мне надо, чтобы она порелаксировала немного. А потом займется, я надеюсь, этим исследованием. Все, можем снова включать скорость. У нас есть пару дней передышки.
до следующего нападения. Мы как раз, может быть, успеем к следующему нападению еще одну оглушающую винтовку сделать. Что уже будет немного приятней. Как раз Кен ее возьмет на замену вот этой. В принципе... Блин, слушайте, надо было, наверное, чтобы экономить оружие, раз оно ломается не во время использования, а просто когда мы его носим, нам надо было каждый раз после каждой битвы его выкладывать. И все. Нам бы тогда этого оружия хватило на миллион лет. Ну, как красиво, да? Занес сюда ресурсы, древесину туда и пошел, остатки положил. Все прям четенько, ровненько, по плану. Так, давайте я пока не забыл. Хатчинг, так. Шрейкер, да? Это у нас... Который как раз скорпион, не стреляющий. Угу. Да и в принципе все. Ничего интересного. Так. Пока я не забыл, да? Тут хитрый план был у меня какой-то. Давайте, наверное, каменные будем дальше пока использовать еще какое-то время. Заборчики. Нам они, в принципе, надо все равно не для укреплений, а для направления противников. И камня у нас в целом много. Я думаю, этого должно хватить здесь. 3-4 клеточки. Ну, может быть, как-то вот так, да? Чтобы они сюда шли. Мы их тут отстреливали, и дальше они будут сюда идти потихонечку. В идеале, конечно, может быть, как-то... я думаю, этого будет достаточно. Да. Мы их тут будем просто оглушать. Они будут все на месте стоять. Жалко только, что надо ракетную турель подальше поставить. Чтобы мы их здесь оглушали... И ракетами их накрывало здесь именно. Так ракета просто сюда не может стрелять. Давайте мы ее перенесем сразу, наверное. Интересно, если ее поставить вот как-то так, или впритык к стене, она будет нормально стрелять через препятствие? Ну, как интересно. Мы, наверное, ее поставим вот здесь. И, да, радиус будет вот такой. А вот эту часть мы тоже оградим, ну, наверное, тем же деревянным пока заборчиком. Деревянным, говорю, каменным. Тем же каменным заборчиком. Единственное, что нам надо, наверное, ворота будет поставить. И насчет ворот. Я хотел еще... Так, эти ворота вот сюда. И я хотел вот здесь еще тоже поставить дополнительные. Чтобы можно было, если что, отстреливать, отогревать отсюда и забегать сюда. И, наверное, тогда вот здесь тоже. Если что, не помешает. В принципе... Конечно, большое довольно расстояние я такое сделал. Но вообще классно, что пока все именно отсюда идут. Прям очень удобно. Так, все. Не хватает. Немного еще древесины. Окей, срубим кусочек здесь. Так, что там с вот этими обломками? Кен пошел крафтить. Черт. Ну ладно. А теперь пошел спать. Хорошо.
Я, в принципе, не против. Я думаю, что ну, после дня боевых действий, ночи, суток, я не знаю, нам надо хорошенько отдохнуть в первую очередь сейчас. Кену надо будет поесть хлеба, к примеру. Поиграть, пойти посидеть, порелаксировать немного. И потом отправиться снова эти обломки осматривать. Пошел немного прогулялся, хорошо. Время свободное еще было. Стоп, ты, кажется, что-то пропустил в моем распоряд... А, может быть, он, наверное, к креслу подойти не мог. Поэтому он и пропустил. Но он вообще нифига не выспался. Они что-то рано проснулись, да, конечно. Еще ночь-то не прошла. Иди спи, короче. Иди спи. Или можешь пока Рита... А, нет, Рита уже идет спать, ладно. Ложимся спать тогда все дружно. Я думаю, можно будет потом пойти попинать эту грушу. У Кена, да, как раз... Да, у Кена именно это любимое занятие. Вот, и потом уже мы пойдем... осматривать дальше эти обломки. Мы ему поставим, да, просто приоритет на этот самый и все. Это у нас Кен. И крафт ему поставим пока на двоечку. И скавендж поставим на единичку. Вот, все, теперь он будет ходить в первую очередь все эти обломки осматривать. А потом уже заниматься крафтом. Верно, верно.